В два слоя нанесите белую или слегка подколированную краску Genius Special. Она должна быть правильно разбавлена водой на 40-50%. Время высыхания между слоями 4-5 часов. Нанесите первый слой караваджо специальным профессиональным пластиковым шпателем для караваджо. Следует подождать 6-8 часов. Нанесите второй слой караваджо специальным прозрачным шпателем, предназначенным именно для этого материала, создавая рисунок в разных направлениях. Обратите внимание на характер движения инструмента мастера.